Ну и что я тут снимаю твою кофту? Давай. Смотри. Это орехи или что это? Какая-то кора. А. Это, видимо, кто-то ел. Смотри, сколько шелухи. Какая-то белка или бурундук. Да нет, это чешуйки от какого-то. Это не кокоса? Чешуйки нет, просто. Блин, голову сжимает. Ух ты, вот еще один point view. Viewpoint. Ты знаешь, кстати, что в BC есть змеи? А знаешь, какие? Кикати и кеки. Блин, сжимает голову, не могу. Нет. Ну, по тебе было настроено, наверное. Вот ты как это... Как былинная... Не былинная, а старорусская девушка. Подожди ты. Вот. Да, сжимает голову. Ну, давай расходим. Не, не надо, нормально. Просто необычно, привычно. Да. Угу. Артист? Артист. Обычная вода. Не дистрибьюция вообще. Ничего. Что теперь делать? Ну правильно идем-то вообще? Не, ну что? Мы выйдем, куда нам надо, или нет? Нет, тут тоже есть значки. Тихонько. Так.
Blue Water. Вниз. Что за Blue Water? Что-то я не понимаю, куда надо. Bowen Bay. Bowen Bay, насколько я понимаю, это... Наверное, Blue Water туда? Ну да. Пойдем в Blue Water? Нет, это не по нашему маршруту. Почему? Да пойдем вернемся. Я так понимаю, это просто пляж какой-нибудь. Здесь нет на карте этого трейла же. Честно говоря. Мосси от... Handlover's Trail. Это Blue Water? Так это Мосси, вот если мы, наверное, вот так пойдем. Подожди, вот так это? Мосси. Вот мы оттуда спустились сейчас. Ага. Road Club. Мы оттуда вот. Так, если мы туда пойдем, где бы нас строило? Да мы вернемся сейчас тогда. Ну да. Grafton Lake. Нет, Grafton Lake это не тот лейк. Да? Ну вот сюда надо. Ну, нормально. Пойдем туда. Да. Ну что, на Blue Water не пойдем? Вот оно. Матерь Божья. Ты что держишь в руках? Убери куда-нибудь. Вот, надень лучше. Не, ну это так тоже опасно. Тебе же руки нужны.
Ну вот, ну вот, нужны. Ладно, давай, поехали. Вон тут для тебя кабели приподготовлены. Спускайся, не хочу, удовольствия. Так-то я тебя сейчас, ты сейчас будет меня снимать. А, ну ладно, я вот так вот. Давай, давай. Я тебе не мешаю? А ты сначала, потом я. Я тебя пока сниму. Ну давай, я тебя жду тут. Нет, давай дальше лезь. Скажешь, когда долезешь до конца. Да, если бы я в зале не занимался, я бы руки себе сейчас... Это у меня есть мозоли. Скальпы бейсболистов. Кстати, есть это бир спрей. Вот, и рекомендуют его носить с собой. Даже тем, кто просто живет в Кокитлами и ходит там по этим. Угу. По паркам, по Кокитланским. Угу. О, слышишь? Какая свиристель. Все, выключаю.